что ж, доброго всем утром, кто потянулся к трансляции. Всех рад видеть. Начинаем. Наконец-таки герои. У нас внезапно Джеб на ставку против Фалькона. В общем, купил я болото за внушительную такую сумму 7700 и продал цвет за 400. В общем, 7300 откат в итоге с меня. Первая раздача. В принципе, довольно неплохо. Две нычки гидр, нычка коров. По деньгам вроде бы будет на следующий день. Хватит и на скупку, и на разбежку получше. Жалко только... Под голубку удачи оказалось в сундуке. Что-то я подумал сначала тряпок бить, но что-то я их посмотрел, их 38. А если бы вот тут у меня было скуплено мясо, лизарды и гноли, я бы полез на этих тряпок прямо сейчас же. То есть, в принципе, 25 лизардов бы разбирали этих тряпок вообще на изи. А вот как-то без лизардов что-то как-то не особо мне захотелось в такой армии идти на тряпок. Что-то там реально можно было... От 40 тряпок по щам отхватить. Слух. Максим Леонидов. У Андрея Заблудовского была бабушка. Фамилия была Нечай. Она была старый большевик. У Фалькона Инферно. Бюстик Ленина и бюстик Горького. И еще у нее стоял старый-старый телефонный аппарат в ее комнате. И она, когда подходила к телефону, всегда ты говорила, Паша, как-то падала аппарат, или рыжий стартовый? Кричали, ну, тазик у меня, естественно, стартовый. Хохотали, а потом уже вот так это очень радовало. Нападало вот героя. Такие у Забла были поклонницы. Сейчас по плану два склепа, собрать вот это все. Я думаю, может быть, с тазика на Кири пересесть, как вариант. Кири со стрельбой, лизарды будут нормально шевеляться. Ну вот, не знаю. Кири так-то нужно вот тут пособирать все. Чтобы скупиться сейчас. Плюс нычку в Васик забрать желательно сейчас. Сейчас построить Васик и с ними бы было бы в идеале все забрать сразу. Чтобы легко было в склепах, чтобы не было никаких проблем. Пишет, что игра ХС... Да, не сменил, сейчас сменю. Кто смотрит на эту игру? Кому она нужна? Так, ладно, микрофон я пока отключу, потому что я еще пытаюсь допить кофе. Поэтому там уже на своем ходу врублю. Играть про себя на трубе, но как не играй все.